Ребята, вы сняли Гэтвас, мы снова Глеб, Барончик. И сегодня, ребят, будет такое необычное видео. Мы будем просто смотреть видео залипательные, крутые, интересные. И нужно попробовать не сказать вау. Но если нам реально понравится, то можно сказать вау. Не нужно типа свои эмоции сдерживать. А если не понравится, то реально ничего не говорю, просто нормально и все. Поэтому смотрим сегодня крутые, залипательные, интересные видео и начинаем, в принципе. Что нам тянуть-то? Начинаем. Ага, это какой-то торт, тут клубнику выстраивают. Ну, довольно-таки интересно. Но не прям вау, не скажу. Мне больше интересно. О, наехал и... Я думал, он пройдет сейчас его. А нет, он проехал. А может, это игрушечный, знаете, типа, хотя не на игрушечный особо похож. Непонятно. А нет. Это что такое? Снежок? А, нет, это тесто, скорее всего. Тесто. И что делают? А, это, наверное, свинья, это поняли, Синочка. Свинья. Ну, не прям вау, ну, нормально. Он был кругляшок. Опа, это еще арбуз, какой-то желтый только. Желтый, а внутри красный. Ну, прикольно. О, вау, вот это прикольно. Опа, нифига. Вот это прикольно, наверное, смотри, залипательно. Нифига. Я даже не залипательно. Отклеивается, нифига прикольно, кстати. Ой-ой-ой-ой. Нарисовала, ты не скажешь. О, а это что такое? Что это такое? Ого, сколько это снег или... А, нет, это пододельник или что-то, или наволочки какие-то. А это вот сколько ж, ну чтобы вот эти все простыни постирать надо успеть. Из 76 комнат грязная постельная. Опа, а это как, наверное, красит колёс? Что они тут делают? О, поджог чисто. А, это, наверное, он чем-то таким сделал, наверное, горючее, да, какое-то? Чтобы она туда... Она даже взрывочная. А нет, она видишь, она туда вошла. Опа. Во, а вот это реально прикольная штука. О-о-о. Пончики. Да что? Пончики розовые. А, нет, это макароны. Макароны, да. M&M's. Вот это сразу кушать захотелось. Вот. Я знаю. Так, это еще такое. О, вау, вот это прикольно, как выходит. Вот это что-то уже прикольно пошло. Ой, как он отклеился. Вау, вот это прикольно, реально. Это сколько, яблоки или что это? А, это лайм, наверное. А, это зомбировали. Ну, и зеленый, видимо. Лицо самое... Сейчас все уйдет, наверное, да? Да, и все. Засосет. И она так... А я думаю, что... А что он делает? А он, чтобы завалировался. О, это что такое? Это эти желтки туда куда-то засовывают. Непонятно, что это. А, пакет? Или это слайм тоже? Вкусно. Сколько там желтков? Просто офигеть. О, ну это обычное время, в принципе. Ну, зимой просто... Ну, это... Как... Это... Вот и Америки, вот и так сюда. Вот как самолетик запускают. Прикольно. Я прям не сказал, ну нормально, нормально. Ну прикольно полетел, прикольная штука. Вот у нас обычно так просто бегут и запускают рукой, а тут специальное приспособление какое-то. Ну прикольно, прикольно довольно-таки. Даем мне все придумали. О, вау, вот это вот. Это чего это вообще? Лизун от какой-то штуки отклеили. С шипами. Острыми, тем более золотыми. Ну да. О, лимончики от картошки. И что? В чем прикол видео? Че, типа вау, должен уже сказать, но обычно. Смысл видео. Малиновая. Ну, не скажу, что прям вау, обычно режут. Я так то. А, это обратно съемка, не удивляйтесь. Просто. А. А что это такое? А, это пыль так соскребают, блин. Какая пыль? Это шо? Это сколько? А, это штука, на которой, наверное, лазят эти кошки. Сколько ж там накопилось-то, а? О. Макарон вот так делают. И да, какие-то вкусняшки. Ну, прикольно поднялись, кстати. Ого. Просто как маги, чисто поднимается вот так и все. Ну, это понятно, чисто просто так поднимается. Прикольно над этим смотреть. Ну, прикольно. Нифига.
Ой, сколько шоколада там. О, это чисто вода, походу, превратилась в лёд. Ну, я видел этот прикол. Вау, вот это реально прикольно. Вся вода чисто застыла. И просто летит вот так вот. Вся вода застыла. Что она там бесконечно? О, огурчики. А ты не огурчик? Это даже на огурчики не похоже, это какая-то другая штука. Ну, скорее всего, какая-то такая. Какой-то фрукт и овощи, я не знаю. Китайские всякие штучки. Фрукты, которых у нас даже... О, это тесто. Макароны. Вау. Ну да, в принципе, так и не, да. О, радужные шнурки какие-то. Ну, ничего удивительного. Ну, просто завязывают и завязывают. Ну что? Что такое? Это посыпка черной какой-то делал. Это узор. О, прикольно. Как свет от шины. Это хлеб сделает. Ну, понятно. Ну да, нормально так. О. Робот в пыльницу. А, нет, куру. Что это? А, там они только очищают. А она, видишь, это было так. Ну прикольно, так реально очистил. Это просто большой. Это просто кое-что. И мощный поток воды. Дерево какое-то. А там, наверное, кто-то снял. Это миллион, наверное. Ну, пока никого не видно. И что, почему? Ой, сколько сгущенки, слипнется что-то. Вот. И что они делают, что-то что? Я ничего не помню, что они реально делают. А что это? Ну, сгущенка, что они мажут? Стекло какое-то машины, что-то, или что они делают? Стекло? Что они делают? Да они эти смазывают, шины или что-то. А это и не сгущенка, и тогда было. Ох, прикольно прорезали, вау, вот это реально. Ох, как. Режут как. Бамбук. Ну, режут не прикольно, но прикольно падает. Прикольно, реально. Это что-то фиолетовое. Вау, вот это реально. Фиолетовое. Нифига. Вот прикольно она... приспособа. Вау, вот это реально прикольно. Ой-ой-ой, как прикольно слишком. Базука за 1370. Ну прикольно, можно купить. Ой. Синенькая какая-то штучка. Это вот так его делают, походу. О, ничего, радужка. Прикольно, прикольно. Сейчас бы пошмякать было. Прикольно, прикольно. Так, что какой-то молодой. Нифига как тянется. Сейчас опять его делаю. Ой-ой-ой. А, это опять лизунулик? Что это такое? В муке его еще зачем? Это что? Это как чернила были или что-то за ним? А, нет. Это кофе. Кофе. И что они делают? Кофе превратили в слайм. Прикольно. Что реально делают? Просто. Ну, прикольно, прикольно. Кофейный лизун. Ну, кофейный вообще. Понюхаешь, пахнет реально кофе, наверное. И сразу же... Это что? Это какой-то шоколад мороженое или что это такое? Ой-ой-ой. Это глина. Радужная глина. Как он прикольно забирает, там так ровненько становится. Ой, ну тут не ровненько. Ой, как хорошо получилось. Это что такое какие-то? Что это? Вау, это что такое? Я знаю, что сейчас будет. Вау, вот это реально прикольно. Как из тапка выходит. Просто как макарончиками или... Ой, как прикольно выходит. Дошиком вышло. Прикольно, прикольно. На тебе белый дошик. Так, что плавит. А, это же. Это металлургия, да. А, нифига, где вот. Или тоже какую-то делаю. Прикольно. Это что такое? Какое-то приспособление опять делают. Пока нифига не понятно, что это. Я думала, какая-то это. Вау, вот это реально прикольно. Мне вот еще нравится, когда что-то вот так выходит ровненько. Круто. Только не могу понять, на губку больше похоже. О, вау, вот это я, кстати, видел приспособление для дров. Она, кстати, прикольная, реально.
Для лесорубов и для дровосеков это прикольно. Поехала. И на дровосек. Прикольно, да. Чтобы вручную топором было не делать. О! Что они делают? Сейчас, и сейчас там выйдет. Да? О! Чисто впитала в себя, да? Ну это будет. Да. Прикольно. Это какой-то сверло какое-то делает. Ох, как они его сломали. Он же твердый, ну эта штука, наверное, хорошая. Как она его сжимает реально прям. Да, прикольно. Она такая сильная, такая мощная вообще. Просто их на... Вот. Как будто вода сливается. Что это? А, ты шампанское будешь? Просто отломилась реально, так как льдом отошло просто. Реально. Бокальчик. Стыдно. Застыло льдом и отошло. Ну вот это всегда было прикольно, вот да. Сюда. Мыльцы режут вообще офигенно. Вот это реально прикольно было. Залипательно очень. Это лук режут. Прикольно. Это бомбукнули. Ну, не похож реально на какой-то... Ох, сейчас ему не повезет, ой-ой-ой. Куда его просто, ой-ой-ой. Вот этот аттракцион реально дикий. Можно вообще. Дикий аттракцион. Ух, просто, ой-ой-ой, как он. Ё-моё. И это по-вашему залипательное видео, вряд ли. Это вообще там обосрано. А это краску. Просто, смотри, вау, как он оставляет прикольно ровно просто. Прям ровно. Как это деревце опять? Опять какая-то приспособа, чтобы ветки видеть. О, ты чё, шквар, что ли? Ох, прикольно. Карамель. Это, наверное, так и риски делают. Да, понятно. Вот как риски делают. Ох, азбук. Так, ребятки, все, это было последнее видео. В принципе, нам сегодня очень много понравилось. Мне понравилось, как из тапка выходит, во-первых, вот такие, как макароны, потом... Понравилось, как что-то там резали вроде какую-то штуку такую прикольно с вайсами было. Ну и все, наверное. В принципе, прикольные реально видосы залипательные были. Если вам понравился ролик, ребятки, обязательно вбейте на видосу лайк. Не забудьте подписаться на канал, сделайте кнопочку красную и серую сделайте. С вами был канал Гадосом, был Глеб, был Рончик. Всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока. Кстати, ребят, забыл вам сказать. Сейчас канал-то, кстати, не Г2 называется, а Кьюпин просто он называется. Называл канал в честь себя, в честь своего псевдонима, поэтому больше Г2 он не называется, поэтому как-то так. Сейчас он называется просто Гилпин, поэтому, ну это такая поправочка была. Теперь точно всем пока-пока.